В декабре 1922 года была образована территориально крупнейшая в мировой истории государство – Союз Советских Социалистических Республик. Сначала в состав СССР входило 4 республики – РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР и Закавказская Республика. На момент распада союзных республик было 15. За 69 лет существования Советского Союза произошло множество событий, которые повлияли на ход мировой истории. Великая Отечественная война против нацистской Германии. Запуск первой в мире промышленной атомной электростанции. Запуск первого в мире искусственного спутника. Первый в истории человечества полет в космос Юрия Гагарина. Первые в истории Олимпийские игры на территории Восточной Европы. Летние Олимпийские игры в Москве. И вот 26 декабря 1991 года Верховный Совет СССР принял декларацию о прекращении существования Советского Союза. В том же году Российская Федерация была признана международным сообществом как государство, правопреемник СССР. С тех пор прошло четверть века, по существу жизнь целого поколения. К нашим молодым современникам мы и обратились с вопросом, что они знают об ушедшем в историю государстве. Совет Социалистических республик. Что это такое? Союз Советских Социалистических Республик. Союз Советских Социалистических Республик. Союз Советских Республик. Как-то так. Ну, я думаю около и помню 87. Не помню. 15. 30-40, наверное. Вроде около 50. Что-то такое. Думаю, около 15. Ну, где-то 27, наверное. 15. 24. Россия, Украина, Белоруссия, Грузия, Латвия. Всякие разные. Литва, Латвия, Украина, Белоруссия. Армения, Азербайджан, Казахстан, Украина. Татарстан туда точно входил. Значит, всякая Грузия различная там. Ну, Россия считается страной СНГ. Украина, Беларусь, Латвия, Литва, Эстония, Таджикистан, Армения, Грузия. Что-то еще? Литва, Латвия, Эстония, Казахстан, Азербайджан, Грузия, Молдовия. Так, ну, Россия, Украина, Белоруссия. Возможно, Узбекистан. Чечня и Дагестан, вот эти все, и Башкортостан, и вот, ну, Украина, Белоруссия. Украина, Чехия, Словакия, Болгария, Россия, получается. Ну, война с Германией, 41-45. Ну, в космос полетели. Великая Отечественная война, Олимпиада в 80-м году и полет Гагарина в космос. А он распался только? Ну, ключевое событие самое. Ну, когда именно распад был Советского Союза. Так, ну, первое, конечно, это Великая Отечественная война. Также еще очень много в Советском Союзе было космической экспансии. Гагарин в космос полетел, первый человек, который полетел в космос. Мы еще вроде первый спутник запустили искусственный. А потом еще вроде как атомную электростанцию первую в мире тоже открыли в СССР. И так. Какие-то революции. Октябрьская революция, Вторая мировая война была. То есть, ну, это... Блин, кроме окончания и начала войны Великой Отечественной. Все. Через Второй мировой. Конечно, Великая Отечественная война в первую очередь вспоминается. Наверное, еще полет Гагарина в космос, который день космонавтики. Ну, еще с космосом спутник запустили, Олимпиада 80-го года. Ну, войны, уже афганская война, по-моему, была. Великая Отечественная война, полет в космос, создание ядерного оружия, наверное, холодная война, потому что она стала катализатором наращивания мощностей. Ельцин, Сталин. Хрущев, Ленин,
Сталин. Хрущев, Брежнев, Сталин, Ленин. Так, ну первый был Ленин, далее Джугашвили, Сталин, потом Хрущев, Горбачев. Сталин, потом Берия, Ельцин, там, Брежнев правили, потом этот Чернецкий или как там он. Так. Ну и все. Ну, Сталин, Хрущев, там дальше Черненко, Андропов, Брежнев, кого еще не сказал? Ленин. Конечно, нужно, потому что наши родители родились в Советском Союзе, можно сказать, что и мы тоже родились в Советском Союзе. Так что для нас это даже не история, а скорее прошлое страны нашей.